Тем временем представители мировой мединдустрии заинтересовались товарами из Кировской области. На международной выставке «Аптека-2014», которая сейчас проходит в Москве, наш регион представляет несколько кировских производителей медицинских товаров. Как сообщили нам участники мероприятия, к примеру, лечебными препаратами для ушей, которые производят у нас в городе, уже заинтересовались фармкомпании из других стран мира. Все четыре предприятия пользуются очень большим успехом на выставке в Москве. Очень много предложений по продвижению нашей продукции всех предприятий в оптовых сетях Москвы, Московской области. Очень много приезжало представителей из других регионов России. Например, наши компании предложили контрактное производство из Южной Кореи, Беларуси,